Алло, Грэнни, какой мороженчик? Мороженчик, я же замуж за тебя собралась. Я тебя обманул. Связь пропала, а вот мороженого захотелось. О, мороженка приехала. Самое вкусное мороженое, кому какое? Сосед, тебе какое мороженое? Лера, мне ванильное. Мы берем ванильное, клубничное и шоколадное. Ты будешь моим мороженым, сосед. Стой, ты чего? Что ты делаешь с соседом? Потом мне перехотелось мороженого. Бобби, не выходи на улицу, там рот. Френи? Что случилось? Что тут вообще в городе происходит? Что? Два мороженчика, нам я крышка. Ребята, что делать? Он сейчас его заморозит. Нет, а потом меня. Нет. Он всех замораживает. Балди, ты следующий. Прячься! Прячься! Ребята, все, нам крышка. Что делать? Он забрал его. А вот второй ходит. Мы с двумя не справимся вообще. Остался только Балди. Валеришка Хилл. А кто сможет лайк нажать большим пальцем? 3, 2, 1. Люблю тебя. Грэнни заморожена, сосед заморожен. Да, походу, Балди, ты следующий. Нужно срочно спасти этого мальчика. Я не хочу быть замороженным! Мама, да. Давай быстренько сбегай! Давай окно, открывай окно! Спасай меня, мама, на тебя последняя надежда! Так, подождите, а что здесь? Это конфет. Хэллоуин уже! Рогатка, полка, канат! О. Тебе сейчас надо взять канат и на окно его повесить, чтобы спуститься! Так, отлично! Так, я сюда спускаюсь! Ой. Спускайся вниз! Только смотри, не попадись этому мороженчику, иначе он меня заморозит и тебя! Так, ладно! Рогатку возьми ему! Волшебная пендуля. Волшебная шпулька. Я не знаю, друзья, я первый раз в этой игре. Я Давай, слазь, мы тебе сейчас все будем рассказывать, мама, не боись. Сейчас в будку прячься. Так, я аккуратно сползаю. Я не упаду? Ползай, не упадешь. Не упадешь, даже если спрыгнешь. Нормально. Все, быстрей. Так, мама, все, быстрей, читай. Он уже идет. Ты не можешь оставить эту карту здесь. Почему? Я не могу здесь ничего оставить. Ай-яй-яй. Тебе нужно взять карту. Мама, если ты будешь долго смотреть, то он тебя заморозит. Я не хочу быть замороженной. Это все предметы, которые тебе нужно найти. Мама, в течение игры. Мама, быстрее беги. Ребята, куда бежать? Мама, идет направо или налево. Мороженщик в автобус убить. Друзья, он походу из идет. Меня спасатель еще тот. Карту бери, карту. Быстрей. Он уронил карту. Так, отлично, я беру карту. И что мне за этой картой делать? Значит, он заморозил карту мальчика. Карту быстрей забрать. Твоя задача. Ребята, он идет. Мама, отбегай быстрее, вешай эту карту туда. Твоя задача собирать разные предметы в разных местах. Вали, 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 опять отбегай. Все, ребята, тихаем. Поехали в гараж. Ребята, я не знаю, смогу ли я спасти. Гараже ты найдешь первый свой предмет. Мама, у тебя выхода нет, иначе он меня заморозит. Ребята, ну это сложная игра. Я не хочу превратиться в мороженое. Он ловит детей, чтобы делать с ними опыты. И меня тоже поймает. Блин, сиди, мальчик, все будет хорошо. Я тебя вытащу, я надеюсь. Мороженчик! Мама, быстрее, беги! Да он везде. Тебе нужно найти канистру. Ребята, он как сосед. Помните, когда мы убегали? Вот канистра. Отлично. Еще звук издает, когда близко. Что делать дальше? Быстрей, забрасывай канистру и беги. Мама, помоги, пожалуйста. Ты попадешь мимо. Спасибо. Ай-яй-яй. Мы были захвачены. Теперь это что это за холодильник? Он тебя закрыл у себя в гараже в холодильнике. Ты следующая на заморозку, а я потом. Офигеть, я что, заморожена буду? И я буду заморожен, и город весь заморожен будет. Так, нет. Так поэтому... Пендаля по башке. Так, ладно, сейчас сбежим, не переживайте. Давай сюда изоленту. Мам, надо было пендули. Соединяй провода и открывай гараж. Так, отлично, сейчас а я... А вот зря. Чего? Потому что очень большая вероятность, что он там стоит. Ну, вроде нету, да? Нету? Все, отвлекаем тогда быстро в машину. Он идет! Я же говорила, что он где-то поблизости. Лучше бы ему пендуля дать. Так как же от него сбежать, а? Отбегай с другой стороны. Вот ты прям хочешь, чтобы мы ему пендуля дали. Да не дадим, мне нечем ему дать. Сажусь в машину и текаю. У меня одно осталось. Давайте сюда. Мама, быстрее, он рядом. Я успеваю. Главное, что канистра в машине. Все, супер, теперь куда? Мама, ты говорила, что ты ее выкинула. Скорее! Детская площадка! Ура! Качелики, карусель!
карусельки. Да, здесь точно не покатаешь. А туалет тут есть, интересно? Так, спокойно. Не знаю. Сейчас мне кажется... он может быть где угодно. Мальчик, держись, мы уже идем. Я когда вижу мороженщика, сразу в туалет хочу. А мороженого не хочешь? Мальчик, не хочешь в туалет? Пошли со мной. О, мальчик, наверное, там точно хочет туалет. Наверняка он там сидит давно уже. О, смотрите, этого не было. Ой, а что с ними делать? Тут можно выиграть мишку. Наверное. Кнопка? Валерий, что мне делать? Не работает! Блин! А куда бежать теперь? Тут, наверное, нужны монетки. А у кого есть деньги? Мама, есть монетки? У меня пустые карманы. Я в других штанах забыл, как обычно. Валди. В школе, как обычно, на обед потратил. Так, скорее, надо запрыгнуть куда, Валерий? Вот этот? Да! Нужно залезть в экскаватор, чтобы сломать забор. Тут легко. Клево, я сломала забор. Мама, молодец! Чуть всю площадку не, не разнесли. Подождите, я сиди в яме, тихо! Я в яме сижу. Он меня заметил? Он меня видит? Но он не может спуститься ко мне. Надо, чтобы он писать не начал. Ребята, это точно. А, ребята, что делать? Мама, вали. Сиди, беги, беги. Туда, вперед, вперед. Пролазь, пока он в стену втыкнулся. По туннелю, поползли, тихо. По трубам лази. Да мы... Наверное, в принципе, он может и воткнуться куда-нибудь. Смотри, что лежит! Курточка! Вот, этот замок! Ключ! Да, офисный ключ! Этот ключ тебе понадобится в кафетерии! Точно! Ой, он где-то рядом! Не-не, парковки! А, ребята, аккуратно проползаем! Тихо. Да он не может проползти туда! Вот он вредина, всех позамораживал! Смотри, тебе нужно будет сейчас поехать в кафетерий и найти карточку следующего по смене в кафе! Так, тогда отправляемся скорее в кафетерий. Где он? Поехали! Все, погнали! Только он тебя там уже ждет, смотри. Да блин, что ж он везде а меня ждет. А в кафетерии ждет? Есть туалет, я знаю точно. А, балди. Ну там и сходишь уже. Хорошо. Потерпи. О, клево, смотрите, мы приехали. Хоть пожрем, есть чизбургеры тут? Алло, кто тут? Балди, тебе лишь бы пожрать. Давай скорее. Только смотри, если он там будет, то быстро тихай. Потому мама, что да, он смотри. Может быть в любой момент там. Здесь нужна карточка следующего по смене, понятно. Чтобы открыть. Хорошо. Так, а где мне взять эту карточку? А может быть в этой двери? Она на кухне. Я же говорила. Черт побери. А как я зайду? В окно. Давай, запрыгивай. Так, а что дальше? Быстрее, беги, беги туда. Сюда на кухню забегай. Сейчас ты должна будешь курточку найти. Тот, кто по смене следующий. Вот, вот. Кто да? у нас по смене? А, Антони. Антони какой-то. Антони у нас. Короче, Антоха, я его знаю, классный пацан. А теперь начинаем копаться в мусорках и искать что-то интересное. Балди, как ты любишь? Антоха мне всегда угощает чизбургерами, дает в туалет сходить. Мы ничего интересного. Мы, походу, нашли что-то интересное. Мы его нашли. Быстрее. Да, ушки. Ребята, вот туалет, Балди, оставайся. Я прячься, прячься, прячься. Ой-ой-ой, ушки-матрешки. Хоть бы не заметил. Он потерял след. Тихо, ребята, не дышите, замрите. Фух. Вы не нашли ничего интересного. Так, туалетик, там Балди, можешь идти. Ай, блин, да как так? Молодец. Ну что ты попадаешься постоянно, я же следующий буду. Молодец, сходил в туалет. Крышка мне, ребята. Прям сразу и побольшому. Опять в холодильнике сидит. Вот сейчас ему можешь бейсбольным мячом прям по башке дать. Да, все, Балди, хана нам с тобой. Не хочу хана. Так, разбить окно. Хану не хочу. Все, что делаем? Бери бейсбольный мяч и давай ему. Нужно взять мячик для регби и разбить ему башку. Спасибо. Так, берем. Не, вначале окно разбей, потом ему по башке. Надо ему сломать замораживатель его. Эй, под попником. Все, давай, давай ему по башке. А ну-ка, держи мячик. Хочешь? На, лови его себе. Бо-бо-ва-ва. Вот тебе мороженчик. Получай, что ты всех мороженишь? И где туалет нам не показал тоже? Вообще вредный. Морозит всех. Вредина ты такой. И мороженое твое фигня. Так, тихо, мы пролезем сюда. Мы пролезем? Да, выходи. Все, тихо, вылазим. А что дальше? Вот он прям нам нужно ехать обратно в кафетерий. Вот наш ботинок прям хочет ему подпопник дать. А, ребята, куда дальше? Кафетерий. Все, отправляемся. Тебе осталось... Нам сейчас, ребята, нужно найти монетки, которые нам нужны для автомата на детской площадке. Где чтобы мишки? Открыть что-то там. Чтобы выиграть мишку. Хорошо, а где мне их найти? Они, скорее всего, в кассе. Только смотри, он ну, может быть опять там. Мы с кассы будем все тырить? Но мы знаем, что следующий по смене Антоха. Антоха, а где Антоха? А карточку Антохи мы найдем на парковке.
Мы в последнюю секунду успели сдрызнуть. У меня столько штанов нету зачистить. Вы что, ребята, не... Мама, это... Быстрее, быстрее. На, ребята. Не надо музыки уже. Где он? Я не знаю, где он. Ребята, лучше кот... не смотреть. Кот от кассового аппарата может быть в мусорнике. Закрой дверь. Ты, а что, он не зайдет? Спрячься под стол, не молчи. Он умеет открывать двери. Мне тоже кажется, он умеет открывать двери. Мама, чего, все, мне ты пар... моя последняя надежда. Я уже надежда и любовь, да? А, давай сюда, скорее. В мусорке? Мама, мама, быстрее, вали. Открывай, ребят. Попробуй открыть. Монетку дайте. Нет! Да он меня так же само преследует. Последняя жизнь. Последняя жизнь? И чё? Мы? Чё это означает? Он меня что, куда-то притащил? Он привез к себе домой, я не хочу к нему домой! А я тоже не хочу! Я не хочу! Я тоже не очень! И Бобби, походу, не хочет! Походу, Бобби там спит уже. Ему в туалет точно не надо. Что теперь делать? Я...